Мне тут человек еще раз подсказывает, что в каждом подъезде должна проходить ежедневная мини-акция «Писать YouTube 1612». Это правда, YouTube 1612, и люди будут находить в YouTube наш канал, будут смотреть и слушать наши новости. Это довольно просто, и действительно это нужно делать. Чем больше будет у нас просмотров на канале 1612, тем больше у нас будет сторонников, потому что только с этого канала мы прицельно, точно и правдиво объясняем, что такое ДВК. На всех остальных каналах, естественно, везде повсеместно про нас говорят ложь, транслируют ложь. И поэтому давайте будем распространять информацию о нашем канале. В подъездах это хорошая идея. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.